Здравствуйте! Представляем вашему вниманию бензиновую мотокосу Deo DBC-420. Эта модель весит 7,3 килограмма. Оптимизированная конструкция привода и двигатель, размещенный в верхней части мотокосы, обеспечивают ей комфортно сбалансированную развесовку. Эргономичная U-образная рукоять с расположенным на ней рычагом управления обеспечивает владельцу удобную координацию в процессе кошения. Разъемный алюминиевый вал позволяет без дополнительных инструментов разбирать мотокосу для компактного хранения и транспортировки. Двухтактный бензиновый двигатель Deo разработан специально для использования в садовой технике и обеспечивает эффективное скашивание даже влажной травы благодаря сочетанию высокого крутящего момента и скорости вращения вала. Мощность двигателя Deo DBC-420 – 2 лошадиные силы. Основные крепления и узлы данной модели оборудованы специальными демпферами, которые составляют систему гашения вибраций шума. Это способствует комфортному и неутомительному кошению в течение нескольких часов. В комплекте данной модели две насадки – катушка с леской и режущий диск со специально разработанными твердосплавными напайками. 40 зубьев этого диска легко справляются с травой, кустарником и молодой порослью деревьев. Максимальная ширина кошения леской составляет 42 см, а режущим диском – 25,5 см. Защитный кожух из ударопрочного ABS-пластика надежно защищает владельца от травм в случае попадания в режущий механизм твердых предметов. Пожалуйста, обратите внимание, что серая насадка на кожухе мотокосы предназначена для работы с леской и служит для корректировки ее рабочей длины. А при установке режущего диска серую насадку необходимо снимать. Итак, Deo DBC-420 – это надежная, эргономичная и мощная бензиновая мотокоса, предназначенная для кошения травы, кустарника и молодой поросли деревьев. На этом у меня все. До встречи в следующем видео.